Мне хотелось поблагодарить сегодня губернатора, правительство, Тюменское региональное отделение партии «Единой России». Мне хотелось сказать спасибо официальным лицам, которые своим присутствием выносят значимость и звучание, величие, памяти. Вот та цель, которую этот проект собой несет. Я хочу сегодня поблагодарить всех, кто встал под наши знамена проекта «Сибиряки. Дорогами Победы». И сегодня экспедиция посетит памятные места в населенных пунктах Тюменской области, возложит цветы, повстречается с местными жителями. Конечно, большей частью это будет молодежь. И еще раз обратить внимание на те страшные годы, на те героические годы и на тот главный подвиг, который совершила наша страна. Повсеместно, где скрещены трассы свинца, где труда бескорыстного не в проворот, на века, навсегда, сибиряки, вперед! Наша экспедиция, она, конечно, призвана не только для того, чтобы мы с вами и наше старшее поколение знали, помнили, но и передать эту память нашим детям, нашим внукам, чтобы эта страшная история, она никогда в жизни больше не повторилась. 250 тысяч тюменцев, жителей Тюменской, ну тогда была Омская область, ушли на фронт. 103 тысячи отдало свои жизни. 6 дивизий было сформировано у нас здесь, в Тюмени, в Тюменской области, но опять же, Омской области. Мы просто гордимся этими людьми. Степь под Суровикино, сопки под Петрозаводском, болото под Старой Русой. Они помнят наших сибиряков и гордятся об этом. Но вот сейчас, может быть, все заросло, и как поисковики говорят, там достаточно трудно стало смотреть, что на самом деле здесь происходило. Но я всегда горжусь нашим любимым городом.